Вот пирамидка. Черномырдин и Чубайс, 2Ч. Они элита, они надсмотрщики. Давайте опустим их вниз, отправим на лес повал. Дадим двуручную пилу дружбы, каждый к себе. Они с этой работой справятся? Справятся, а что? Собака лает, часовой на вышке, тяни, мозоли набьешь, ну потом все нормально будет. А если наоборот, честного лесоруба Ивана Петровича Сидорова сделаем министром лесной промышленности, он справится? Он справится, но после того, когда приобретет необходимые знания, на что потребуется время, на учебу. Но именно за это время на учебу те, кто знают, что надо делать, они либо его охмурят, либо лишат своей задачи.